сейчас будет отделение. И у нас. Единички тоже. Угу. Сейчас подождем секундочек 10, вниз пойдет. Готова? Я да. Снимать сбоку. Вы готовы сюда? Готовы. Возьмем. Ну, с Богом. Наблюдайте. Ready, steady, медведи. Ух. Ух, ё. Только Дима. Он улетел, смотри, с другой стороны. Он обещал вернуться. Все, он еще тречит, вон тречит. Несется, вон точка. Вон туда. Что вообще? Молодец. Ага. Не говори-ка даже. Ну что, можешь его сберете для ясности? Долго летел. Долго что-то, да. А у него костюм, он когда в костюме, он всегда долго падает. Он специальный. Ну, он с этими, да? Под мышками. С воздухозаборниками, да. Такой. Ну, он не Wings Suit, не с крыльями, но все равно позволяет. Почти перезон. А где второй-то, Ванин-то? Поворачивать сейчас надо или по дороге ехать, подойдет? Ну вы подбирайте его, а как он, наверное, прилетит к вам, он же монстр. Вон он старается к дороге подойти. Это вы едете к нему? Если Дениску спутаю. До вас не долетит, он только до дороги долетит. Спасибо большое за подсказочку! А что вы стоите, что вы там делаете? Машину завести надо, сесть всех, чего ты придрался? Я думал, вы баранов собрались. Все, он сел на следующем повороте. После... Денис падает. Железки подъезжаете, следующий поворот направо прямо. Падает. Вот точка пошла. Вот идет. Вон. Там впереди еще сейчас один откроется. Летит. О, открылся, вон, видишь? Ага. Да? Вон прямо на перекрестке на этом. Нет. А, не видно ничего. Все равно. Интересно, это кто, Дениска или Вовка? Сейчас еще Вовка прыгнет, наверное. Первый-то уже ушел, мы его пропустили. Ага. Вот это на саму дорогу, почти на дорогу. Прямо пришел на самый старт, вообще сел. Красавчик. Это Денис, наверное, скорее всего. Он так бодро идет. А вот это Вовка. Он более опасается. Здоровско. Эти-то совсем высоко. Мы нашли. Молодцы. Там наши палатки стоят. Кто-то нашли, не знаю, может не тот. Кого-то снег нашел. На улице до 5 утра еще шаров прыгает. Да их пачками засыпется, на самом деле. Ходят тут всякие, топчут, потом ложки пропадают. Подходит.